еще заметно пьян. В общем, все так и бывает в жизни русских партизан. На нем шился в светохане, куртка тертая на дыр. И на самом деле был он не партизан, а дезертир. Чтоб не стать царьку солдатом, он свалил из бугульмы от жадных лап военкомата, от похмелья и зимы. У него совсем нет денег, и подруга не дала ни веселые лихие дезертирские дела. Нет ни пива и ни водки, он голодный и один, а в кармане лишь коробка с компакт-диском группы «Сплин». Культура, не Бугульма, а Петербург. Занесла его судьбина в этот город на Неве, и вдруг что-то помутилось в его буйной голове. Он увидел черный хакер, а водителя в нем нет, и по большому, по проспекту он рванул на красный свет. А хозяин где-то рядом с папироскою стоял, но совсем не рассердился и ментам своим не стал, а достал из чемодана двухзарядный карабин и пробил на улице сердце и коробку с группой «Сплин». И сметая все преграды, черный хакер, как сквозь сны, вдруг взлетел над Петербургом направление.